Если у нас греческая площадь, она у нас будет, вот, мы сделаем там две фишки. То есть мы сделаем эксплуатируемую крышу из полкома. Да. Туда можно подняться, будет в кафе и посмотреть на эту красоту сверху. Такое же решение, как на Союзе. Я класс. Хочу, чтобы не было вот этих, понимаете, чиновнических вещей. Чтобы мы не боялись приходить. Да тут мэр сидит, это страшно. Да не должно быть вообще этих, вот мы должны стереть эти грани. Первый этаж должен максимально быть прозрачен для людей. Здравствуйте. Там должны быть сервисы все. Там будет, мы говорим, 15.55 абсолютно должна быть доступность. Должен быть лифт, в том числе подняться, возможность на четвертый. То есть я хочу, чтобы первый этаж — это были зоны для людей. То есть первый этаж и, соответственно, крайний этаж. Все остальное, да, чиновники сидят, без вопросов. Но чтобы это не было ощущением, что это они себе дом такой построили. Нет. Я просил наших европейцев, чтобы это было учтено. Ну, учли. И мы еще раз подчеркнули. Для меня было важно, я не хотел ни одной гривны тратить городского бюджета. Потому что, ну, неправильно будет. Когда у нас проблем очень много, а мы берем исполком городского, да, он пострадал. Мы восстанавливаем офис мэру. Да я готов сидеть в том здании, в том тесниться вместе с коллегами. Но если дают сегодня денег, это хорошо. Но я хочу, чтобы это максимально было для людей.